Праздником Днем города Николаева. И позвольте свою любовь к этому прекрасному городу выразить песней, которую мы специально написали к этому празднику. Дорогие друзья, итак, премьера песни «Слова и музыка» трио «С-класс» — это наша песня, и называется она «Николаев, святая земля». Южный путь и красавец Ингу покоряются силе твоей. Пусть твои корабли в этот день отдохнут до поры салом дом. И приветствуя город родной, и дадут громогласный гудок. Николаев, святая земля, наш город с праздником. Здравствуйте, доброе утро. Поздравьте, это для видео. Поздравьте нас. Город Ильичёс с огромным удовлетворением приехал на ваш праздник. И мы видим, отмечаем, что усилия мэра, его команды, глав администрации. Молодцы, ребята. Город становится все краше и краше. С каждым годом. И это приятно. С праздником вас, дорогие. Спасибо. Праздником, дорогие, мы калаевчане. Мы будем жить хорошо в нашем городе. Придет время, нам будут завидовать все. Ура! Сколько ждать, чтобы при нашей скоро, жизни? Скоро, при нашей жизни, да. Барон, вы живете по 500 лет, но мы там меньше живем. Сколько вам уже сейчас лет? Лет 300, наверное? Это приписывают. На самом деле 299. 299 всего. А мы-то живем там лучше? Поживем. Флаг нас фотографировать, да? Фотографировать обижать. Что за флаг? Нет, с той стороны. Мы будем жить хорошо на солнце. Против солнца не получится. А против солнца, да. Интересные фигуры. Человек в свое время построил флотилию, которая брала город Очаков. И благодаря этому был взят город Очаков, День Святого Николаева. И исходя из этого,
день, я обязательно приду сюда. Сколько людей задействовано в организации? В организации здесь? А вы смотрите, начиная от прессы. Очень много людей задействовано в первую очередь для того, чтобы создать фонд. Вы видите, сколько выставлено на сегодняшний день у нас площадок для того, чтобы известные люди, артисты, поднимали настроение наших граждан, создавали праздничные настроения, дали возможность молодежи, людям пожилого возраста, походить, встретить друг друга, друзей, послушать, что-то взять полезное для себя, для своих родственников. Спасибо. Пожалуйста. Не смелый, я просто целоваться. С праздником, Николай. С праздником, Николай. Я хочу тебе сказать, что я сейчас.
там. Да, идти на выборы.